характер под вопящий. Все не будем, наверное, больше ждать. Сегодня же Библия ночь, поэтому народ, наверное, будет так плавно как-то приходить. Вот. А мы сегодня открываем в галерее «Дневник». Да, кто-то у нас уже был, кто-то, наверное, впервые. Галерея «Дневник» — это галерея современного искусства, который ровно год. У нас проходят выставки одного дня. И это восьмая выставка, которая тут проходит. Сегодня мы открываем выставку, которая называется «Поверхностный плагиат». В этой выставке участвовали художники, которые не разглашали свои имена, ну, то есть вы не можете узнать их фамилии, имена, да. И эта проекция причастна к школе авангарда галереи «Виктория». Вот, и сопровождал в этом процессе, этой выставки, их Илья Смаруков. И сейчас я ему предоставлю слово. Спасибо, что пришли. Ну, я надеюсь, вы уже поняли примерно, что это за выставка. Ну, я понимаю, что понять ее не так просто. В общем-то, ее не надо особо понимать. Я просто расскажу, как она возникла и что вообще, в чем вызов этой выставки. Ну, во-первых, вот здесь присутствует уже довольно много людей. Еще раз спасибо, что они пришли. И среди этих людей присутствуют и художники тоже. Те самые, которые анонимные, да. То есть здесь кто-то художник, в общем, кто-то из присутствующих точно художник. Хотя, конечно, есть такая идея, что художником, в общем-то, может быть каждый. Она в современном искусстве ставилась как манифестативная идея. И, в общем-то, мы это знаем, что искусство может заниматься любой, и сейчас искусство, оно демократично, казалось бы, демократично, хотя у него есть тоже довольно жесткие какие-то правила, если углубляться в эту систему. Но галерея «Дневник», она не системная галерея, это галерея, которая пытается исследовать вообще, что происходит с художниками, если даже не с художниками, что происходит с образом сейчас, в наше время. Какие образы мы воспринимаем, какие образы мы не воспринимаем, какие образы мы видим чаще. И если брать современное искусство, то, конечно, я не думаю, что кто-то из нас скажет, что современное искусство — это про живопись, или тем более про рисование. Современное искусство, да, разрешило выставлять просто предметы, там, не знаю, писсуары и прочее. Ни одного дня без упоминания Дюшанского писсуара. И действительно, практика рисования. Вот берешь карандаш, не знаю, кисточку, она, конечно, уже не всегда связывается с искусством. Просто какое-то занятие, мы все рисуем. Но рисование, тем не менее, это, ну, возможные вещи сейчас рисуют все. И мы, художники, которые участвовали в этом проекте, они в течение месяца рисовали. Хотя до этого они этим не очень занимались. Или они занимались этим давно и уже не помнят, как это делать. Но вот, собственно, задача сделать эту выставку как-то их вдохновила на саму практику рисования. И вот здесь около 111 образов. Почему 111? Потому что сегодня 21 апреля 2017 год, это 111 день в году. А поскольку мы говорим «Дневник», мы очень внимательно относимся к датам, да, 21 апреля. Открылись мы 8 апреля. И любая наша выставка – это контакт, непосредственный контакт вот с этими образами. Мы не хотим сказать, что эти образы, не знаю, прекрасные, что это образы, что это непременно высокое искусство. Это все не важно. Важно, что перед нами образы, которые созданы были вот недавно, здесь, в Самаре, людьми, которые считают себя художниками и которые не боятся экспериментировать. И их тут много, и, конечно, вы уже что-то посмотрели, и наверняка каждый из вас, может, какие-то работы выделил уже сейчас. Хотя можно посмотреть их пристальнее. Дело, опять-таки, не в фамилиях, а просто типа, что мы здесь видим. Мы видим здесь лица, не знаю, животных. Что-то кому-то ближе, кто-то выбирает, например, какие-то формы более абстрактные. И поэтому мы здесь не стали делать абстрактные работы. Здесь все работы фигуративные. Вот идея выражения себя через абстрактные плоскости, ну, не очень близка была для этого проекта. Поэтому это все рисование на разных поверхностях. Есть не обязательно бумага, это может быть здесь и книжная поверхность, и картон. То есть мы, живопись есть, но живопись, например, связана с холстом. Хотя тут есть и холсты.
И вот мы что предлагаем, чтобы встреча с этим искусством, новым искусством, не боюсь этого слова, была более интенсивной, мы предлагаем каждому из вас, вот всех присутствующих, выбрать одну работу, просто выбрать одну работу, снять ее и поставить вот вниз. И по очереди мы будем ставить эти работы, и, возможно, художники, которые здесь присутствуют, они будут как на это реагировать, как на это смотреть. В любом случае, встреча с искусством должна быть предметным. И здесь так много образов, что не может быть такого, что никакой образ вы не выделите. Да? То есть мы тут предоставили возможность выбора уж точно. Да? Это такая демократия образов. Вот. И поэтому, вот, чтобы это было системно, да, вот ставить по этому, поэтому по этой части периметра, вот, от левого угла в правый угол. Одну работу только можно снять и поставить. И то, что вы снимаете, будет означать, что вы ее выбрали. И значит, работа как-то вас отозвалась. Или может, наоборот, она вам не нравится, хотите снять ее. Может, она как-то уродует эти поверхности. Вот, поэтому это вот такая ваша зрительская задача. Ну, она же добровольная, если вас как-то это смущает, то вы можете не делать. Никакого насилия у нас нет. Куратор у нас тоже насилием не занимается. Принуждение тоже уже, хотя когда-то занимался. Так вот, пожалуйста, вот вы можете. Да, и после этого, конечно, я тоже советую, после того, как это все произойдет, надо ограниченное количество людей, да, тут мы узнаем, сколько у нас здесь по этим картинам. Потом мы посмотрим, что осталось. Что-то. То есть динамичная такая выставка. Коллективная такой вот, по отношению к перформанс. Пожалуйста, можете. Наш с тобой выбор. Еще новое место этой работе, как будто, да?
интересно, почему вы решили ее поставить туда? Ну, тут, я думаю, каждый, если будет говорить, это нет, ну интересно, кто-нибудь, ну, хотя бы. А, вот, не, вопрос такой, вот те, кто выбрали эту работу, вы хотели бы, чтобы эта работа была вашими или нет? Вашими, да. В смысле, авторство или принадлежности? А, что-что? Авторство или принадлежности нашими? А, хорошо. Ну, вообще, да, авторство, ну, в вашем случае авторство. Да. Хотели? А принадлежность? Тоже. Ну да, таким образом вот что. Ну вот, знаете что, раз вы их выбрали, то, значит, это тоже имело какой-то смысл. Если все, кто их выбрал, хотят их получить, то они могут это сделать. Другой вопрос, понимаете, мы же не знаем, чьи это работы. Я знаю, вот где только, то есть мы не можем, я не могу отдать вам эту работу, потому что есть художник, который эту работу, может быть, не может отдать, а может быть и может. Может, заявку какую-нибудь? Можно у него, поэтому у нас есть такой, понимаете, еще один, да, еще один такой ход, то есть мы можем деанонимизировать художника. Поставить, позвать их вот сюда. Если общественность хочет, то они могут это сделать. Есть еще другой вариант. Да. Вы можете поставить сами цену работы. Да, нет. То есть, если вы хотите увидеть человека, который это нарисовал, вы можете это сделать. Если вам это интересно. Вот. А если вы это сможете сделать, то вы уже сможете с ним договориться, что делать с этой работой. Понимаете? Понятно, нет, вы да. Все, все прозрачно, да? Никаких фокусов нет, манипуляций нет, никаких, да. А, тогда вот только здесь исключение, только вот что. Здесь вот эти две работы, к сожалению, они не анонимны, но заметьте, они, конечно, похожи. То есть эти работы были очень давно сделаны, в 2005 году, 2010. И тут есть, собственно, даже фамилия художника. Фамилия у нее Беденский. Эти картины были найдены Анастасией Альбакриновой, тоже куратором, самарским художником. На улице, по-моему, чуть ли не Ленинградской, вот их тут пять работ, и их вот мы никак не можем отдать, потому что мы их должны вернуть. У нас даже есть акт о том, что мы их взяли. То есть это единственное не анонимный и, ну, прошу прощения, уже не живой художник. Все остальные живые. Вот. И, а вот эти работы вот перед вами. Вот. И если художники хотят на контакт, они могут это сделать. А если, например, вы забираете работу, и кто-то будет против, да, кто-то будет против, да, то тоже, да. То есть забирайте. Смотрите, можно я позвоню? О, можно выбрать работу какую-то одну. А, вот у нас. Снять ее с стены, поставить ее на пол. Это розыгрыш года. Да. Любую работу, которая тебе нравится. А если мы не хотим деанонимизировать художника? Ну, получить картину хотим. Или не хотим получить. В общем, неохота знать, кто рисовал. Неохота? Нет. Тогда, я думаю, мы можем сейчас просто взять работу и быстренько. Если за вами никто не погнался, значит, это все удалось. Я удивляюсь, если вы так хотите, почему вы раньше этого не сделали. Ну, нет, в этом случае уж точно проблем бы не возникло. Или вас бы нашли, ну, скорее всего. Просто работа, как сама работа, она ценная, она закончена в своем состоянии. А как только появляется ее автор, это уже другой разговор. Это уже другая работа. Да, уже и не с приложением. Да, то есть хороший это тоже аргумент. Действительно, понимаете, мы в такое сейчас положение, мы можем резко деанонимизировать художников и действительно потерять некоторую идею. Да. Вот, но художник делал эти работы для того, чтобы они были увиденными людьми, конечно, чтобы люди, может быть, на них смотрели в другие какие-то моменты времени. А, вот только с этим. Только с этим. Да. А, понимаете, вот в чем еще дело. Эта работа, это как коллективное кураторство. Были художники, они принесли работы, и мы их вчера развесили. Полтора часа все было развешено. Художники ушли, все, вот они перед вами образы. Часть художников присутствует, кто-то не присутствует.
Но вот я точно знаю, например, что есть одна работа здесь, которая может вызвать проблему. Вот одна, как минимум. Бананы? Вот, нет, это даже не сняли, кстати. Я только достать почему. Я думал, что я первый снял. Работу не сняли. Да, вот одну я знаю работу. Все остальные работы могут быть украдены. А нет, нет, кроме... Нет, кроме... Нет, даже нет, еще тоже я знаю, что вот есть художник, который только вчера, только вчера вообще решил показать эту работу, и он, конечно, обидится, если эту работу заберут. Я сейчас могу просто отложить те, которые я сомневаюсь. Вот, могу отложить тех работ, которые, ну, потому что художники могут сказать, что это просто они не отдавали. А остальные можете забирать, я думаю, так. Хорошо, Илья, а что мы делаем с теми, которые на стенах? Очень много вопросов. Я не могу. Они уже остались. Да ладно. Что с остальными? Остальные, они уже были не одобрены. Все, все. Были ограничены одной. Все, они остались тоже. Да, все, их больше нет. Ну да, но это просто я не могу их отдать. Да, уже да, да, уже да. Ну, потому что наш был именно вот такой выбор. Точно и единственный. Я думал, вот это. Крест нет, крест. Ну, Годик, слушай, красиво, конечно. Но... Помоги ему с той стороны. А мы Годик ему. Ты выбрал самый серьезный заряд. Так, слушайте, ну ее явно как бы сделали все, чтобы никто ее не снял. Ну ты уливы не спрашивай. Держи, я тебя снизу. Это же иконостас. Да, да, вот да, будем болтать. Вот, как разбировался, вы их работаете. Без деанимизации. Отлично, не посинял? Да, отлично. Просто да, была создана некая популяция образов такая, мы назвали вот так вот. И, конечно, эти образы должны распространяться дальше, поэтому, конечно, да, правильно будет поставить. Не раскрываем художников. Нет, они сами не раскрывают. Просто извиняюсь, что я уточняю. Не будем. Ну да, и конечно фото, да, лучше если, конечно, выложите фото, то работа тоже будет. Хотя бы она должна где-то, ну, наверное, жить. И делайте хэштег галереи дневник в Инстаграме, будет неплохо. Тогда вы можете, да, узнать автора. Что происходит? Хотите заработать? Несколько. Просто не все или которые по интересу, а бананы. Пойду заберу деньги. Нет, я не знаю, что художник или проблема именно в этом. Хорошо, сейчас мы подойдем к Илье еще раз. Более требовательно. В сторону Ильи. Нет, сейчас. Аккуратнее, то обзерут все эти. А вы хотите купить работы, но не можете найти художника? Нет, мы не хотим знать автора. А, вы хотите купить? Да. Мы хотим их получить на каких-то условиях, но не хотим знать автора, а галеристы, точнее куратор и галерист, перекладывают друг на друга ответственность, и никто не хочет нам сказать, на каких условиях мы можем забрать работу. Может, украсть? Нет, не хочется. Мы могли это сделать сначала. Да, можно было правило нарушить сразу, да, но... Что мы... делать? Вот, ходим... Мы можем занудить или... Параллельную программу Шаревской биеннале. Вот это, в общем, сложный. Это ее картина.
Все эти работы звучало. Хорошо. Илья, у нас появилась информация. 718 рублей. Акт покупки. Особенно если это... Да, вообще это... Спасибо. Еще осталось? Что-нибудь еще осталось? Цену? Что вообще? Куда пойдем? Можно?